Как сообщается, в кулуарах недавно прошедшего саммита ЕС состоялся разговор между канцлером Германии и премьер-министром Великобритании. Ангела Меркель сказала Дэвиду Кэмерону, что предлагая ввести в Соединенном Королевстве ограничения на число мигрантов из стран ЕС, он приближается к точке невозврата. Также Меркель заявила, что она находит более предпочтительным, чтобы Великобритания покинула Евросоюз, нежели нарушала право граждан ЕС на свободное передвижение. В окружении Ангелы Меркель отказались комментировать эту информацию, однако администрация британского премьера не отрицает, что этот разговор состоялся. Там отказались от комментариев по поводу произошедшего, однако заявили, что Кэмерон будет действовать в интересах Великобритании. Иммиграция в настоящий момент, безусловно, является камнем преткновения между ЕС и Соединенным Королевством. Кэмерон испытывает колоссальное давление со стороны британского антиевропейского движения. Он предложил ввести квоты на въезд мигрантов в страну, но против этого выступили канцлер Германии и Еврокомиссия. Словесные баталии между Великобританией и ЕС становятся все жарче, однако пылкие заявления звучали и раньше. В октябре бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что, намереваясь выйти из состава ЕС, Дэвид Кэмерон совершает историческую ошибку. Премьер-министр ответил, что он подчиняется лишь британскому народу и будет отчитываться только перед ним. Нынешний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявил, что не готов идти на компромиссы, когда дело касается основополагающих принципов Европейского Союза. Слова Ангелы Меркель очень значимы, потому что они представляют из себя одно из самых недвусмысленных ее заявлений на эту тему. Это явный намек на то, что канцлер Германии, человек, который имеет большой вес в Евросоюзе, готова к тому, что в будущем ЕС будет существовать без Великобритании.